общем, всем привет. Я основатель ВВРП. Все такое, короче. Так вот, сегодня я хочу как бы попрощаться со всеми, там, сказать, что, почему, зачем. В общем, я решил закрыть сервер после практически 2 лет вот этого мода возни. Просто все желание уже отпало с ним работать, потому что мод Абсолюта, я понял, это полное дерьмо, потому что, ну, на копии она как бы не про, ну, далеко не уйдет, поэтому рассчитывать ни на что не нужно было вам. Я не знаю, как вы там играли, честно вот скажу, я бы не стал на таком играть, извините меня, конечно, но как бы меня не тянет, вот. Никакой, знаете, интриги нет от сервера, да, допустим. Ну, что-то интересного, да, допустим. И как бы смысл всего этого, да, на исправление багов мне нужны были деньги, потому что у меня скриптер, я сам не скрипчу. У меня есть скриптер, и я должен ему платить за эти исправления, а денег у меня больше нет. Я и так вложил очень много денег. Спасибо Дмитрию Биммеру, он мне скинул почти 6000, князю Дмитрию 1500 мне скинул. Что еще сказать? Я даже не знаю, что говорить. Конечно, мне обидно очень, да, сколько провозился с этим всем. И вообще, не знаю, что и сказать даже. Почему я решил закрыть? Я решил попробовать все заново на вырученные деньги с продажи мода вот этого игрового. Я попробую какой-то взять под основу мод, и чтобы скриптер его глобально обработал. Ну, то есть сделал, ну, с уклоном на абсолют, я так хочу сказать. Там, чтобы были менюшки, там удобно все было, все такое, короче. И вложить хорошие деньги в рекламу и в хостинг. Ну, чтобы как бы не вот так открываться в рекламу, хостинг, сайт, чтобы все было хорошо. Потому что вот так открываться нельзя, как я открылся. Извините меня. Но я один, поэтому мне очень тяжело, да? И то, что мне по чуть-чуть администраторы мои помогают, это как бы не помощь, это просто. Даже если они это смотрят, извините меня за это. Но это так. Мод игровой я буду продавать от 10 до 15 тысяч, потому что мод написан с нуля, писался он очень долго, оптимизирован хорошо, да, там есть баги, но человек, который хочет и возьмется за это, он его может просто превратить во второй абсолют, да, и просто взять слить, чтобы у каждого школьника был мод заводено. Поверьте, это будет очень хорошо. Для меня лично. Я буду очень рад. А свой я мод хочу сделать по-своему. Я теперь понял, что копировать это бред все. На этом далеко не улетишь. Поэтому я хочу сделать что-то свое. Что еще? Ну, в принципе, все вот так вот. Конечно, извините меня, но у меня деньги закончились на исправление багов, а то, что если даже вы мне можете предложить рублей 40, это мне не поможет, поверьте мне. Потому что исправлять нужно еще до лета, как минимум, да? И ничего хорошего я в этом не вижу. Потому что на Лотусе играло 100 человек, да, допустим. Но это как-то фу, честно. Я хочу как бы хороший сервер. Но с этим не получилось. Есть одна причина, почему очень много багов, и они как бы не получится их исправить, да? Ну и на это нужны деньги, но я не хочу об этом говорить. В общем, есть причина, я вам скажу. Мод буду продавать без интерьеров, потому что интерьеры я делал сам и заказывал для себя. Я оставлю их для своего мода. Техздравый, все будет.
Интерьеры, к сожалению, нет. И вот экстерьеры тоже. Не знаю, как вы меня будете обзывать. Приму, конечно, все и сразу. Потому что я понимаю вас, да? Некоторые тут хотели строить свою игру, но не получилось. Поэтому да. Вот так вот, извините меня. Больше как бы нечего сказать. Надежды на сервер были большие. До уровня Гранда хотел подняться, но я теперь понял, что до уровня Гранда мне на этом сервере с этим модом не подняться. Еще я заметил такую штуку, когда мы открылись, и прошло где-то 3 часа. На спавне появились боты. Кикаешь их, а они перезаходят. Это просто пиздец, ребят, это честно. Потому что я понял, что Абсолют, он просто пропитан ботами и никогда они оттуда не уйдут. Потому что основатель за это не банит. Потому что вот на Адвансе, на Даймонде банят, и у них чистый онлайн, да? А у этих ночью, извините меня, под 900, это... И когда на карте просто никого нет, а онлайн 900. Странно, да? Поверьте мне, я был админом, и я знаю, как выглядят боты. Ну, в смысле, они не боты, они люди, прокачивающие себе аккаунты, чтобы скидывать на основу деньги. И вот так вот они все, и там по 400 ботов может быть. Поэтому я на Абсолюте вам не советую играть, потому что это, ну, ничем он вас не продвинет тогда. Он, может быть, только вас, как бы, схватит это хорошим функционалом, больше ничем. Обновление — говно, извините меня. Как может, блядь, основатель даже интерьеры, сука, с паблика брать? Мне интересно, вот, что за человек, блядь? Это жадный, блядь, пердун, наверное, какой-то там сидит, блядь. Серьезно, блядь, вот жалко ему косарь на... Хотя, при том, что игроки у него играют, как бы, блядь, надо проявлять уважение, хотя как, хоть какое-то к ним, а не называть их, блядь, сливками и говорить, идите в гетто, блядь, как он это делает. Или на форуме пишет лохи на людей. Так вот, вот такая вот история, короче. Если вы захотите поиграть на новом сервере, который я открою не знаю когда, но когда я продам хоть одну копию и деньги получу, да, тогда я начну разработку нового, ну не я начну, а мой скриптер, и будем делать хороший, нормальный мод. С функционалом, конечно, как может на Абсолюте, потому что на диалогах все очень легко делается, да, но фишки будут свои, потому что вот это вот хуйня все. Все, как бы, сервера, ну, гиганты, они начинали не так, конечно, как я, но с модами такими, уже с готовыми. Потому что даже Абсолют, это мод с паблика, они писали, они слитый адванс, по-моему, использовали. Потому что я, когда стоял на админке, я смотрел вот текста один в один просто. Скачивал версию адванса и смотрел там, которая недоступна для игроков, фракции там, допустим, вот просто один в один все. Это даже видно. Ну, человек, который понимает, он увидит разницу, так сказать. И вот так вот, в принципе. Жалко, конечно, очень мне пиздец как. Я